Отдохнуть в загородном доме, будто бы сошедшем со страниц сказочной книги, сможет один из зрителей ТВК. Наши коллеги из программы «Новое утро» отмечают 30 тысяч подписчиков в группе во ВКонтакте. В честь этого мы запустили розыгрыш проживания в гостевом доме в поселке Манский на двоих. Главный приз с первого взгляда привлекает внимание своей необычной формой, панорамными окнами и подсветкой. Дополняет картину сосновый лес, в окружении которого и расположился дом в форме буквы «А». Это место многие горожане не просто так уже облюбовали для фотосессий. В дополнение к живописным видам на территории есть место для костра, мангал, две террасы, горячая купель, а в самом двухэтажном доме все необходимое для комфортного пребывания – посуда, холодильник, проектор и прочее. Ну и как же принять участие в розыгрыше и выиграть проживание в сказочном доме? Все просто. Достаточно подписаться на группу «Нового утра» во ВКонтакте и сделать репост закрепленной записи. Итоги розыгрыша подведут в группе 30 июня.